спонсор рубрики «Магазин сувениров Ренессанс». Дорогие подарки для дорогих людей. Доброе утро. Нынешний декабрь оказался слишком непредсказуемым. Решение Центробанка об увеличении ставки рефинансирования сразу на 6,5 процентных пунктов было принято в понедельник вечером. Экстраординарные меры нужны для того, чтобы стабилизировать курс национальной валюты, комментируют банкиры. В первом приближении они не помогли. Вчера доллар прибавил почти 3 рубля. Евро также продолжил рост. Ключевая ставка определяет, на каких условиях кредитные организации могут занимать деньги в Центробанке, а также на каких условиях могут их отдавать клиентам. ЦБ повышал ставку за осень уже несколько раз, и с каждым решением менялись условия для бизнеса. С гражданами банки пока ведут себя осторожнее. Что это решение значит для нас? В том, что брать кредиты после 15 декабря станет еще менее выгодно, банкиры не сомневаются. Но пока речь идет лишь о том, что изменятся условия выдачи новых кредитов. По старым все останется как есть. Опасность таят в себе ипотечные договоры. Почти все банки разрешают себе менять ставку в одностороннем порядке. Но о том, что они сделают это, пока не говорят. Позитив в этом решении ЦБ можно найти только один. Вслед за ключевой ставкой банки поднимут проценты по вкладам. И если вы пока еще остаетесь в рублях, можно выбрать банк, которому доверяете, и попробовать подзаработать на этом. Это были правила денег.